Всем привет-привет, наши дорогие! С вами Кононова Аня и Кононов Антон. Всем привет-привет! Сегодня мы поговорим о двух личных наших акциях, которая первая акция объявлена для нашей личной группы, разрабатывал ее Антон. И вторая акция, о чем мы поговорим, о регистрации в нашу первую линию, которую уже очень многие наши директора тоже запустили от себя. Ну и мы, конечно, тоже хотим от себя запустить. Она у нас уже запущена, но мы о ней еще так не объявляли на прямом эфире, как хотим объявить ее вот сейчас. Да, смотрите, значит, этот эфир для тех, кто уже зарегистрирован в нашей команде, и для тех, кто еще думает, может быть, не знаю, выбирает себе наставника, или, может быть, думает прийти, не прийти, попробовать, не попробовать развиваться в компании. Расскажем немножко о себе. Мы в компании 6,5 лет, кто этого не знал. Так, уже скоро 7 будет в ноябре, скоро 7 будет в ноябре, дата регистрации у нас 26 ноября 2014 года. Мы родители двух деток, получается, и полностью работаем с компанией Faberlic. До этого мы год работали в другой компании, все, кто заходит, обязательно пишите, как нас видно и слышно. И, конечно же, у нас там ничего не получилось, и мы ушли с сетевого, думали, что все, мы больше не будем там работать, но нас свела судьба с компанией, в которой супер акции, самый широкий ассортимент из всех сетевых компаний, и, конечно же, мы оказались вне конкуренции, и для нас это просто невероятно круто, невероятно классно, и мы тут развиваемся. За 4 года мы открыли самый высокий статус компании, открыли статус партнера. На данный момент в нашей структуре уже 360 тысяч человек из 24 стран мира, и мы еще хотим расширяться. Недавно, как вы знаете, компания Faberlic улучшила маркетинг-план, и сейчас у нас платятся бонусы директорских статусов повышенные, и это, конечно, здорово. Чуть звук от картинки отстает. Ну, я думаю, ничего страшного в этом нету, да? Просто мы вещаем сейчас с Краснодарского края, с Джубги, вышли в эфир. Мы находимся сейчас на берегу Черного моря. И тут интернет может быть немножечко плохой, потому что мы на Черном море находимся. Вот. Да, сейчас уже поздно, 10 вечера, но днем хочется отдыхать, расслабляться, поэтому вышли в прямой эфир только вечером. Мы будем тут месяц. Вот. Ну что ж, давайте, значит, мы с вами обсудим нашу новую акцию. Всем ли видны слайды, все ли хорошо, все ли замечательно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Итак, все вы знаете, что к нам в структуру можно прийти двумя способами. Первый способ – это регистрация в веточку, то есть вы приходите ко мне в ветку, которую мы сейчас на данный момент с Антоном ведем, и вы получаете под себя регистрации. Не под себя, а также веточки в глубину. Да, строим одну ветку. Угу. Вот, и получается так, что если совсем у человека нет опыта, мы помогаем ему строить структуру, помогаем ему взять быстрый старт, и он обучается при бесплатном обучении. Система роста у нас, ну, мне кажется, идеальная на любой цвет, на любой вкус и так далее. Дальше, конечно же, второй способ регистрации – это регистрация в первую линию. Это тогда, когда мы под вас людей регистрировать уже не будем под вас вести одну веточку, одну ножку, но будем давать вот такие премии на пути к самостоятельному росту. Раньше у этой акции был какой-либо срок с момента регистрации. Сейчас этого срока нет. Мы ее немножко изменили, потому что она у нас отлично зашла, эта акция. Так как новички, кто приходит, кто действительно обучается, кто действительно растет, развивается, для них берутся вот эти рубежи примерно раз
в каталог, раз в два каталога, они вырастают и открывают директоров. И эту акцию мы объявляем теперь не как пробную, не как временную, а как постоянную, да? Mm-hmm. То есть она будет всегда с нами, поэтому этот прямой эфир мы будем высылать каждому, кто желает к нам зарегистрироваться в первую линию и расти самостоятельно при точно таком же обучении, как при регистрации в ветку. Обучение в обоих случаях бесплатное и в обоих случаях одинаковое, ничем друг от друга не отличается. Можно еще добавлю, в помощи не только в обучении, но и в обучении ваших людей, которых вы приведете. То есть мы их тоже не оставим без внимания, если они будут с нами общаться. Ну, это само собой разумеющееся, конечно. Если человек идет на контакт, почему бы его не сделать миллионером? Да. Вот, дорогие мои, отпишитесь, пожалуйста, как нас видно, как нас слышно, из какой вы страны, из какого вы города. Вот, смотрите, сейчас на слайде русские рубли. Но на самом деле акция объявлена по всем странам. И без разницы, с какой вы страны. Недавно открылась США, пожалуйста, приглашаем США в нашу команду, Америку, приглашаем Австралию и так далее. Вот, просто это будет в эквивалент на ваши... На валюту вашей страны. Да, на валюту вашей страны. Поэтому тут не расстраивайтесь, акция не только для России, но и для России тоже. Да, итак, если человек к нам приходит самостоятельно и хочет самостоятельно расти, то когда он выходит на 9%, это 600 баллов структуры, он получает от нас лично 5000 рублей. Это без учета ОС, денежки приходят на карту. Эти деньги можно вложить, например, в рекламу. В таргетированную, в контекстную, да, то есть в блогерство, в продвижение, в что хочется. А 12% это уже 1000 баллов товарооборот. А человек получает и свою объемную скидку, и плюс от нас также 10 тысяч рублей на карту. 15% это 1500 баллов, это 15 тысяч рублей на карту. 19% 2000 баллов, это 20 тысяч на карту. Ну и потом надо будет попотеть и подтвердить статус директора. Директор – это 3000 баллов. Если вы получаете квалификационный бонус за директора от компании Faberlic, у нас еще есть премии и бонусы от Faberlic, компании это 55 тысяч рублей, то от нас вы получаете 100 тысяч сверху. То есть вот такая акция у нас отлично зашла, и когда люди писали нам в личку «можно про работу», мы им высылали подробности и спрашивали, куда вы хотите зарегистрироваться. В принципе, половина тех, кто зарегистрировался в первую линию, получали от нас премии и бонусы, кто-то до 15%, а кто-то и 100 тысяч получал, да, у кого как получается. Но хочется вам сказать, что в компании Faberlic есть такая программа, как «Быстрый старт». И если вы в течение 8 каталогов открываете какой-либо директорский статус, например, статус директора, старшего директора, серебряного директора, золотого, рубинового, элитного, без разницы, вы его успеваете открыть, на 9 каталог подтвердить, и потом... В течение года его закрыть, да, с момента регистрации. С момента открытия. Нет, с момента регистрации. Да. С момента, да, то есть регистрации, закрыть его этот статус, получить премию, вы еще от компании Faberlic получаете бонусы по быстрому старту. Если вы не успеваете получать бонусы по быстрому старту, например, у вас не получилось за полгода сделать статус директорский. Ну, не получилось. Ну, получилось у вас сделать, допустим, за 9 месяцев его. То есть вы от нас получаете все премии. То есть таким вот образом. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы по этой первой акции? И перейдем с вами ко второй, к внутренней акции. Можно я добавлю? По ЛГ. Если сложить все бонусы, которые вы можете получить за 9 каталогов, вернее, если вы откроете по быстрому старту, то в сумме вы получите от 260 тысяч рублей.
Ладно, 260 тысяч рублей. Ежекаталожно еще приходит объемная скидка, да, зарплата от компании Faberlic. Например, на уровне 19% мы получали 22 тысячи рублей в месяц. Я думаю, это неплохо. Да, помимо премии мы еще и получали такие деньги, уже открыли ИП. Конечно, минус 6% налогообложения. Компания белая, доход белый, доход легальный. Работать надо, это не халява, поэтому платили налоги. Плюс ко всему. Так, значит, что еще бы вам хотелось рассказать? Это про нашу новую акцию. Аня, когда конкурс будет? Конкурсы, да, скоро будут конкурсы. Будут. Достаточно один раз сделать 600 баллов, 1000 баллов. Да, достаточно один раз сделать. Анна, привет вам из Йошкар-Олы. Мы с вами соседи с Кировом. Отлично. Украина, Кривой Рог. Сколько нас с вами много. Здорово. Ну, самое главное, что меня слышно и видно хорошо. Это отлично, это радует. Ну что ж, и вторая акция для нашей личной группы, для тех, кто уже у нас зарегистрирован. Приглашаем вас участвовать. Мы этот конкурс проводили 3 каталога подряд. Все вы видели, наверное, мои сторис, и все вы знаете, что у нас была акция «Сорви банк» 30 тысяч рублей для самого лучшего рекрутера. И у нас уже появились первые победители, и это здорово. Поэтому я отдаю слово мужу. Он сейчас будет, как разработчик, как автор этой акции, говорить, что она у нас тоже остается на постоянной основе. Единственное, что мне хочется добавить, то, что мы приглашаем всех директоров структуры Кононовых в ней участвовать. Если кто-то хочет, обязательно пишите в личное сообщение. А, давайте теперь я беру слово. Смотрите, я долго думал, как поощрить тех, кто хорошо рекрутирует и у него получается рекрутировать. Особенно на первоначальных этапах, когда лидеры приходят, и большинство приходят за деньгами. То есть из первых дней, ну, сказать, каталогов, не у всех получается открыть директора. Но сами понимаете, это делают только опытные сетевики, которые пришли с командой. А здесь же для новичков, лидеров, которые приходят и хотят сразу же зарабатывать, ну, специально сделал вот такую акцию, чтобы они не только, как сказать, работали на сначала в начале, то, что получают объемную скидку без оформления ИП, потому что и самозанятого в России, да, можно с 9% открывать, но чтобы сразу же начинали, могли получать деньги, хоть от нас, не от компании, а от нас. И я принял решение и сам сначала посоветовался. Я говорю, вот такая-такая. Аня говорит, запускай, пусть будет. Мы дарим 30 тысяч рублей. Не то, что дарим. Есть же каталож. А уже тем, кто участвует и выполнил условия, этот банк делится между выигравшими. Вот какие условия? Это личный объем 50 баллов. Но это обязательно. Почему? Ну, потому что зарплаты не будет без 50 баллов. Человек, который пришел на бизнес, он должен понимать, что 50 баллов – это объем, который нужен для получения объемной скидки, то есть зарплаты. Это во-первых. Во-вторых, нужно привести новичков суммарно за каталог, чтобы эти новички сделали от 300 баллов. То есть пусть это будет или один человек на 300 баллов привел его человек, пусть это будет 10 человек по 30 баллов, без разницы. Главное, чтобы этот объем был выполнен. Это во-первых. Во-вторых, нужно, если новичок, то это понятно, если он выполнил, он сразу же участвует. А если уже лидеры, которые, например, находились на 6-9%, им нужно привести на эту сумму баллов больше. То есть, если он был, к примеру, у него было 200 баллов по итогам прошлого каталога, для того, чтобы участвовать в этой акции, он должен выполнить 500 баллов группового товарооборота. И тогда он уже участвует в этой акции, в распределении этого банка. Все. Слушай, как ты быстро все рассказываешь. Мне бы так научиться. Я так люблю все растягивать и разжевывать.
А, Ольга, добрый вечер, будет ли запись? К какой Ольге вы обращаетесь? Если ко мне, то я Аня, да, запись будет. А, вы такие молодцы, горжусь вами, рассказываю про вас мужу, родственникам, что соседи по городу такие успешные. Спасибо большое, очень-очень приятно. Да, действительно, бизнес с нами может начать каждый. Хотя бы попробовать для себя, а вдруг у вас зайдет, а вдруг это ваше. Я до того, как прийти в компанию Faberlic, где я только не была. Вы просто не представляете, где я только не работала. Я работала и младшим воспитателем в садике. Где я работала? Продавцом, администратором, барменом я работала, на ГСМ бензин, солярочку разливала. Потом, я работала поваром, я работала на чебуреках, на пельменях. Кстати, я очень быстро делаю пельмени. Я была визажистом, я работала на макаронной фабрике, я работала на брачных роллах на бумажной фабрике, в школьной столовой на раздаче. Слушай, где я еще работала? Валя, я сейчас не Валя, вспомню. Ты напиши нам личку, мы тебе вышлем эту картинку. Да, да. Да, многие директора в нашей акции ее тоже оставили на постоянной основе. Я посмотрела, у Оли Табаковой уже эта акция, у Ирины Тихонов, еще у кого-то. Вот, добрый вечер, Иришка. Как приятно всех вас видеть. Если ты, Валя, про вторую акцию, которая для рекрутеров, мы общались по ней в нашем директорском чате. То есть мы уже писали о ней, то, что мы такую запустили. И приглашали вас участвовать, поэтому я думаю... Не то, что приглашали, мы сейчас тестировали, в принципе, мы ее оставляем, потому что человек уже выиграл, у нас еще какая акция, то есть если никто не выигрывает, не выполняет условия, банк с прошлого каталога переносится на следующий. То есть человек в первый каталог не выполнил, на второй выполнил, он получил 60 тысяч рублей. То есть у нас вот такие вот условия. Кто у нас 60 тысяч рублей выиграл? Светлана Исмагилова. Светлана Исмагилова. Вот Антон с ней как раз проводил прямой эфир. Она рассказывала про свои секреты роста, про свою систему роста. То есть она не просто выиграла, забрала деньги, да, но она еще и выросла, она действительно подросла и растет на данный момент сейчас. И мы ей гордимся и желаем статуса бриллианта, но никак не ниже, никак не меньше. Ну что ж, мои дорогие, всем пока-пока, рада была с вами увидеться. Я смотрю, вопросов больше нет. Поставьте мне, пожалуйста, прочерки, если больше нет вопросов. В прямой эфир мы вышли очень поздно. Да, в Казахстане уже ночь, Казахстан завтра уже будет смотреть. Вот, ну все, я смотрю, что... Да, смотрю, вопросов нет. Ну что ж, зато получилось коротко и кратко. Да, до свидания.